Мы находимся в итальянском регионе Абруццо. Здесь нас ждет встреча с всемирно известной звездой, пилотом Формулы-1 Ярно Трулли. Поговорим с ним о том, что он почувствовал, когда обнаружил свое имя в панамских документах. Maybe I have some problems. I have to check now how to do, what to do. Trouble when we have to go to Rome and to fly, we always have to consider traffic. What depending on the trouble is, you need to know exactly what is the flying time in order to understand what. Мы находимся в Майами, штат Флорида. Райский уголок на границе с Латинской Америкой. Сегодня мы в офисе компании Бергер Зингерман. Здесь мы потому что хотим поговорить с экспертами, юристами, адвокатами, которые расскажут нам подробнее о том, что такое панамское досье, каковы юридические особенности панамского СМИ. Посмотрим, что они нам поведут. But he was high up in the food chain. Come on, he was, you know, the highest that you could go. But O'Reilly. Наша съемочная группа прилетела в Париж. Здесь, в аэропорту Шарль-де-Голь, мы встречаемся с Бернаром Мано. Он является депутатом Европейского парламента от Франции, а также входит в комиссию по расследованию панамского досье. Поговорим с ним о том, чего уже удалось достичь комиссии, а также о том, что еще предстоит выяснить. Dans le cadre de la campagne législative française, il y a les candidats aux législatives de la grande zone Russie, Asie, Pacifique. Потрясающий вид на столицу Мальты – Валетта. Здесь живет человек, который фактически изменил всю мировую экономику. Он открыл секретные операции швейцарских банков американским властям. За это посидел в тюрьме, а потом был награжден суммой 6 нулями. Брэд Биркенфельд сегодня расскажет о своей детективной истории жизни.